Добрый день, дорогие зрители. Мы сейчас находимся в Каменноборском районе города Луганска. Вот только что, буквально 10 минут назад, еще не успела пожарная приехать. Ближе не буду подходить, потому что там вроде как две машины на газу находятся. Вот соседи пытаются тушить пожар. Сейчас будем к ним присоединяться, потому что стреляет что-то, шифер, все горит. Там неизвестно, что происходит. Ну вот, Каменноборский район. Он крики жесткие. В общем, прекращаем репортаж, будем помогать. Опять свистят снаряды. Все, ладно. Опять взрывы. Центр города дымит.